Крымский мост. Мы едем в Севастополь. Здесь важно не превышать скорость, соблюдать, потому что контролируют эти камеры. Вот железнодорожный пролет еще ведут, видишь, я же слева железнодорожный. Вот что вот съемку никак нет, да? Вот это просторно такого не снимешь, да? Не получается. Сегодня 12 июля 2018 года. Мы едем в город-герой Севастополь. И вот, друзья, в течение 5 часов мы кружимся по Краснодару. Везде ни одного указателя нету нормального, чтобы как попасть на Керченский мост. Везде направление абсолютно без единого указателя направления. Но в конечном итоге мы все-таки добрались до него. Ура! Люди там, да, возятся на каждое. Мощное. Такое мощное, да, сооружение. Thank you.
16 июля 2018 года я второй раз пересек из Крыма на территорию Краснодарского края через мост Крымский. Вот такая классная дорожка проложена. Наша скорость 90 км в час.